Яңалық телевидениеге эфирінде башқыр тілінде әзірленген яңалықтар сығарылышы. Студияла Лиана Билалова хаумағығыз. Туған ер юрекке жымақ. Бұл халық ақылы менен біздің келесі сюжеті біз геройыла келеше. Крестьян фермер хужалығы башлығы Зиннур Уалиев Истек ауылында туып өскен. Бүні күнделі шулық ауылда ғұмыр ете. 5 жыл әлік ол ұзалы ірімігітілі мал өрсетірге башлаған. Бұл үшін ғайлы әші деп қыю әйтірге бола. Иске ферма бинахын Зиннур Уалиев 6 жыл әлік хатып алған. Онда капитал ремонт ішіліп, қазір енді бұнда яқты хәм елі. 2 айлық бұдаудар аппетит менен ашай, хәм ауырлықтарын яқшы арттыра. Күніне 1 килограмға тиклем. Рационда хылы, витаминдар хәм бісен. Үс айдан хұн оларды иген қатышмақы хәм фуража көсірәлер. Күрші залда күдгі үрсім ұрынлашқан. Бұнда шылай қауық вақытта хайыр хауы да бара. Әліге күтудің көп үліші яланда. Бүтәхі құжалықта 120 баштан артық ірі мүгіділі мал, 50-нен ашу хауын күтуі бар. Доем на сегодняшний день молока, но через Меркурий сдал сегодня 688 литров. Это без жирности. На жирность еще добавляется жирность 3,8. На жирность добавляется около 80 литров еще. План, конечно, есть. КРС купить, молочного стада. Есть уже предварительный договор. Пермская область. Оттуда хочу купить. У них дойное стадо хорошее, молочное направление, галштинизированные, КРС. Купить хочу 38 голов. Фермер айтуынсы хауа тұрышы бұйылды қуандыра. Сәсу 4-сі май башланып, 2 атына әсінде тамамланды. Вот здесь овес посеяно 40 гектаров. Общий 50 посеял пшеницы, ячменя 40. Зерна смеси 40, и еще под силос, как зерна смесь, семечкой посеял тоже 40. И разнотравие, клевер, люцерна у меня тоже 70 гектаров. В этом году увеличил площадь, сейчас оформляется документ, тоже посеянный уже, 98 гектаров. Вот сейчас химпрополку будем делать, и биофунгицид, удобрение сюда, как будем тоже вносить опрыскивание, методом опрыскивания при химпрополке. Так, а техника имеется тоже, сеялки есть, культивации, все борона, все имеется, комбайн тоже свой. Старый, но работает. Купилық үлендерді сабуға башланылар. Хужалықта үз техникаға бар. Оның тұрышын күнді механизатор Ирек Шағалиев күдеті. Я вся жизнь на полях, я в колхозе работал. Вот 83-го года начал, как говорится, всю жизнь на земле. Вот 56 лет. Устраивает, нравится, что я хлебороб. Не обижаюсь никогда. Зиннур Уалиев бір урындағына тұра тұрғандардан түгіл. Оның планында малдарханын арттыру, бұның үсін ол енді бұш бинайла хатып алған. Оның шылайық өзінің аттары ла бар. Олар түрлі сабыштарда қатнашып фермердің көңілін қуандырып тұра. Мал адығын әдірләу біздің районда тулы күс мінен бара. Мал адығы культураларының дүйім майданы 21 мың гектар. Оның 15 мыңнан артығы көп еллық үлендер. Әдірләуді 23 комбайн, 14 үдерішілі касилка хәм 95 юк автомобилдері қатнаша. Бісән әзірләу технологияхы, бісәнді сабудан, оны тәгәрәтіп, преслаудан тұра. Синаш әзірләуді үлен сабыла, шынан хұң олар ер үсті траншеяларына түйгісіліп тұлтырыла, хәм кәрәкілі консерванттар ендірілі. Силыс үсін кукуруз, көп еллық хәм бір еллық үлендер қоланыла. В этом году посеяно многолетних трав на площади более 1700 гектаров. Силосных культур посеяно 1920 гектаров, в том числе кукурузы посеяно 1490 гектаров и подсолнечника 690 гектаров. Также однолетних трав посеяно 1500 гектаров. Многолетние кормовые травы, травянистые пассивные растения, продолжительность жизни которых насчитывается не одним годом, выращиваются они на корм скоту.
Самые распространенные многолетние травы из злаковых и бобовых трав в нашей зоне – это люцерна, клевер, козлятник. Из злаковых трав – костер безостый, овсяница, тимофеевка. Эти травы во всех хозяйствах у нас имеются. На качество заготавливаемых кормов влияет сроки скашивания трав. Районыбыздың алдынғы хужалықтар арахында ИЦ агро яуплылығы сикленген ямғияты. 400 гектар көпиылық үлендерден 80%-тан ашуы сабылған, хам 2000 тонна синаш әдірленген. На сегодняшний день по хозяйству ведется работа по кормозаготовке и по обработке химзащите растений. По поводу кормозаготовки мы в прошлом году специально для кормозаготовки закупили 2 РСМ, это кормозаготовительная техника, плюс к ним транспортные тележки PSP-20, они по 46 кубов. На сегодня мы их очень как бы сильно используем. И также в этом году закупили балкообразователь, лайнер, класс. И также закупили КПР-9, это навешивается на полисе, на гомельскую. И вот как бы в течение 2-3 дней собрали и вышли на поля. При заготовке сенажа используются аналоги бензойной кислоты, это финский ПРО-2. Он сразу опрыскивается, они установлены в бочке на РСМах, они сразу же при измельчении опрыскиваются на зеленую массу. На траншее, значит, работают 2 трактора, один с бульдозером, другой просто трамбует. По технологии контролируется за техниками, ветеринарными врачами, поэтому думаю, что и качество кормов будет уже как бы лучше. Агро-М яуаплылығы сиклі емғиятында күнді 5 тонна хүт етіштірілі. Құжалықта адық әзірләудің яңы технологияхын өзләштіргендер. Бұның үсін Чехия Симпа урамахы қолланыла. Вчера начали кормозаготовку и, как обычно, начинаем в первую очередь заготовку кормов сенаж в упаковке. Вот в этом году уже используем 6-й год, нам эта технология понравилась, увидели свои результаты, качество намного лучше, чем при закладке обычного сенажа. Ну и затраты, само собой, по ГСМ, по времени намного снизились. Закладки сенажа в упаковку заключаются в том, что изначально косим косилкой типа КПП с плющилкой или КРН-2.1. Затем подвяливаем, ворошим и по мере высыхания начинаем крутить рулоны. Для этого используется пресс-подборщик РБ-15. Плотность прессования у него намного выше, чем обычный ПРФ. И уже подвозят на тракторе именно на территорию фермы. И здесь уже работает обмотчик. Восток колхозы ауыл хужалығы производства кооперативында зур ихтибар машина-трактор паркының яңартылуына бөлене. Росагро лизинг программығы бойынса 20 миллион хумнан артық суммаға үс бірәмік техника хамшылық синажды түрірісін құрамал алынған. Неоднократно мы наблюдали за соседями, своими коллегами, которые занимаются упаковкой сенажа в пленку. И мы тоже решили купить линейный упаковщик сенажа в пленку. Вот для этого был куплен бэушный канадский упаковщик. Так как канадский упаковщик, он производительность у него большая, и было принято нами решение купить еще один пресс. Районыбыз хужалықтарына бидәһі 11,5 тонна бесән, 47,000 тонна синаш, 46,000 тонна силос әзірлерге кәрәк. Эш қыдыу бара, аграрийлар 1 минут вақыттарын да бушқа уздырмасқа тырыша. Бан хәүфһеҙлеге системаһын алдырға бик ауыр. Шуға күрә енәйетселәр төрлі ысул менән карта буйынса мәғлүмәтте алдап алырға тырыша. Мақсаттарына үлгешу үсін олар түрлі ресурс қолана. Телефон, интернет, сайттар, онлайн банк, мобил банкы, хәм башқаса каналдар. Күнді ене етсілер банк карталарынан ақсаурлар үсін яңы ұсылдар ойлап сығара. Бүті бақиғалар үсішінің сценарийын алдан ескерті болмай. Әмі элементар хауіфедлік сараларын өтәу, машинник ғамәлдәрінен хақылайала. Теманы тәфтиш бүлігі начальнигі Индира Уалиева дауым етесек.
Участили случаи, то, что злоумышленникам звонят потерпевшим, представляют сотрудникам службы безопасности Сбербанк России и поясняют о том, что на их счет зачислен кэшбэк. Вот, это возврат денежных средств. И для того, чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо продиктовать трехзначный номер на оборотной стороне номер банковской карты и смс, и код, приходящий на смс, по смс-сообщению. Потерпевшие, полностью доверяя словам неизвестному лицу, диктуют необходимые данные, то есть это номер банковской карты, трехзначный номер, код, который пришел по смс-сообщению. Злоумышленник, зная данные, которые передал ему потерпевший, входит в личный кабинет Сбербанк онлайн на потерпевшего, оформляет кредит на потерпевшего и в дальнейшем отключается как бы от звонка. И потерпевший уже, когда понимает о том, что его обманули, заходит либо в личный кабинет Сбербанк онлайн, либо запрашивает выписку и видит то, что на него оформлен уже кредит. А кредиты зачастую это довольно-таки большие суммы. Могу разъяснить в том, что затягивание предварительного расследования заключается в том, что звонящие абонентские номера, они зачастую зарегистрированы либо на лиц, которых не существует, либо умерших, либо на лиц, которые вообще фактически не знают о том, что на них зарегистрированы какие-либо номера, либо на старые абонентские какие-то номера, которые ранее были у других лиц были эти номера. Также банковские счета, они тоже зарегистрированы зачастую не на тех людей, которые к вам звонят. Вот. И по результатам полученных ответов, которые мы отправляем в банки оператором сотовой связи, выясняется о том, что либо абонентский номер, либо счета банковской карты, они зарегистрированы не на территории Республики Башкортостан, то есть на территории зачастую город Москва, Санкт-Петербург, Архангельская область. Надо быть бдительным, не вступать с ними в разговор, потому что эти люди, кто звонит, они все-таки немножко психологи, они уговаривают, убеждают, и потерпевший, он все равно верит. Кейс 10 июнь күнді полиция қызметкерлері менен бірлікте бәлік болмағандар іштері бойынса район хакимияты комиссияға сираттағы рейдқа сықты. Улар қола паркі территорияхын текшіріп сықты. Бұл күнді онда кіші көп күнәйіне. Үстәуіне олардың көбіхі бетлік режимін өтемей. Бірнесе күнілік паркта фонтан ішлей башаны. Хәм ұшындай үсі күнді ол өзіне білеке балаларды тартып тұра. Әмі бұнда хау ину закон бойынса тыйыла. На дворе наступили жаркие летние деньки, и наконец-то в Янауле запустили фонтан, что является нашей гордостью. Но, к сожалению, есть люди, которые омрачают радость Янаульцев. В последнее время участились случаи купания маленьких детей в фонтане. Хотелось бы напомнить родителям, фонтан – это не место для общественного купания и является общественной собственностью. Часто дети падают, подскользнувшись в фонтане, и как следствие могут выбить зубы, сломать руку. И вообще может случиться самое непоправимое, учитывая, из чего сделан фонтан. Хотелось бы обратиться к родителям. Уважаемые родители, не допускайте купания в фонтане ваших детей. Если ваш ребенок будет замечен при купании в фонтане, мы можем вызвать сотрудников полиции, которые составят на вас административный протокол по части 1 статьи 535 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей. И в обязательном порядке вы будете поставлены в учет как к нам в комиссию по делам несовершеннолетних, так и в органы внутренних дел, что никак не скажется положительно на ваши характеристики. Кроме того, при купании в фонтане дети могут повредить и сам фонтан, а здесь уже будут привлечены к ответственности ваши несовершеннолетние дети. По статье 7.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Повреждение чужому имуществу». И хотелось бы напомнить, что никто не отменял статью 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Нарушение правил поведения при возникновении чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». В это время все должны находиться дома и не посещать общественные места, и уж тем более не находиться без средств индивидуальной защиты. Ұшының мінен яңалықтардың бүгінгі сығарылышы тамам, алда хеді хауа тұршы күті хау болығыз.
16 июнь күнде яңалда хава тұрышы аядлы бұлытлы яуым түшімпеді болуы күтілі. Ел күньяқтан 1-3 метр секундына. Атмосфера басымы 755 миллиметр. Хава температурахы түнде плюс 9, плюс 11, күнде плюс 22, плюс 24 градус. Республикалық әдеттен тыш халдар министрлығы мағлюметтері бойынса аядлы бұлытлы башлыса яуым түшімпеді болуы күтілі. Ел тұрықы талғын күнде күсеюсен. Хава температурахы түнде плюс 7, плюс 12, түньяк райондарда плюс 2 гетеклем. Күндіз плюс 22, 27 градус. Внимание! В аптеках «Фармленд» феноменальный кэшбэк 10% на все покупки от 500 рублей. Скидки сохраняются. Приходи, покупай, экономь с «Фармлендом». 26 июня в полдень в Янауле нашествие низких цен в связи с открытием большого магазина сети «Домострой». Широчайший ассортимент товаров для строительства и ремонта. Строй, строй, строй с магазином «Домострой». Открываемся на объездной 17. Внимание! В аптеках «Фармленд» феноменальный кэшбэк 10% на все покупки от 500 рублей. Скидки сохраняются. Приходи, покупай, экономь с «Фармлендом». Территориальная избирательная комиссия Янаульского района сообщает о режиме работы в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. С 5 по 29 июня включительно в рабочие дни с 10 до 20 часов, перерыв с 13 до 14 часов. Выходные и праздничные дни с 10 до 14 без перерыва. 24 июня с 16 до 20 часов, 30 июня с 9 до 14 часов. Участковые избирательные комиссии работают с 16 по 29 июня включительно. В рабочие дни с 10 до 20 часов, выходные и праздничные дни с 10 до 14. 24, 25, 26 и 29 июня с 16 до 20 часов. 30 июня с 9 до 14 часов. Как будет обеспечена санитарная защита при голосовании? Для охраны вашего здоровья и здоровья ваших близких создаются все необходимые условия. В местах для голосования будут организованы пункт температурного контроля при входе, выдача одноразовых масок, перчаток и одноразовых ручек всем пришедшим голосовать, дезинфекционный коврик, место для дезинфекции рук, специальные линии указателей, что обеспечит соблюдение санитарной дистанции и исключение пересечения участников голосования при движении. Все члены участковой комиссии и наблюдатели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Паспорт предъявляется на расстоянии в развернутом виде. Все контактные поверхности и места для тайного голосования будут проходить регулярную дезинфекцию. Принятые меры созданы с заботой о вашем здоровье. Голосовать легко и безопасно. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент, умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегеничную внешность – основные требования к претенденту. Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений. Требования: высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знание татарского и башкирского языков. Справки по телефону 50402.